Так, ребята, птичий рынок, город прохладный, 5 ноября. Вот у нас большой рынок, так что будет рынок в две части. Уже первую, кто посмотрел, всем большое спасибо. И всем спасибо за поддержку, ребята. Всех благодарю от души. Вот. В любом случае, всех. Вот. А мы пойдем смотреть, вот, что у нас есть, что у нас на рынке. Часть номер два. Вот так вот посмотрим. Все есть. Все есть понемножку. Все есть понемножку. Вот такие попачкались ваши голуби. Да, так. Да. Что-то не рассчитал я. Ну да. И почем такие ваши белки? 250. 250 рублей. Все поперепачкались. Надо было им что-нибудь, стружку, опилку. Так, кольца. Кормушки, насесты, вот, вот такие вот кольца на заказ, по телефону заказали, информацию сказали, и все, и вам все прислали по почте. Вот такие вот поилки, поилки это сколько? Так, это 4. Дима, это сколько литров вот это? 3,5, 5 и 7. И почем цены, скажи? 500, 600, 700. Нормальные цены. Так, все, поехали. Поехали дальше. Так, вот такие вот агараны. Ваши? И почем такие? 2 рубля голова. Хорошие. Крупные. Они гоняли, ничего не пробовали. Играет? Да. Все или кто-то? Эти нет, да? А телефончик не хотите оставить? Нет? Понятно. Ладненько. Так, здесь. Здесь вон и бакинцы сидят. И бакинцы, и армавирец. Здесь армавирец. Здесь вот. Там вообще не покажу, там надо ложиться на землю. Шейка белые. Так, здесь всего понемножку. И мрамор, и шейки, и чубаты. И почем такие? Вот, мрамор. По 200 рублей. По 200 рублей. Желтые спортивные. Армавир. Желтые спортивные 2 рубля. Голова? Нет. Пара? По рублю в общем. Вот эти тоже как бы белые моздовские по рублю. Вот это 500. То черохвосты 500. Нет. Такие вот поилки 12-литровые. Так, это с Пятигорска люди. Так, вот такие шейки. Тут снимать нечего. Уже забрали, я смотрю, уже. Ну и почем ваши такие? По 500, да по 300, блин, раздали. Ну и нормально. Следующий... Следующее воскресенье у вас в Пятигорске. Ну да. Понятно, чтобы люди знали. Шейки. Краснобокие. Вот такие тоже. Вот они, персы. Так, хозяин не знаю где. Красноплечий. Так. Здесь посмотрим. И почем? Дригают, нет? Здесь. И почем? Еще не придумал. И что это такая пара? 10. 10 рублей. А вот красный хочу. Да нет, это тут. Ну вот это не думаешь, вот этот моздок. Вот у него подбородок уже. Армавир там. Голубь, голубка, голубка дрифт, голубь не дрифт. А это молодец. Да, 200. Да. Да. Супруги, привет. Да. Сейчас, секунду. Ну, ладненько. Поехали. Такие белые по широкохвостым. Красным вот. Этот вот дышит через раз. Зачем его на базар вывезли? Ай-яй-яй.
Секундочку. Так, посмотрим здесь. А ну-ка, Юрка, можно? Такие. Ноль. Узлоплечи. Пирсы. Такие вот буденовские. Они как... Даже как их назвать, пепельные, не пепельные. Почем такие вот буденовские? По рублю. Все, это ясно. Тебя как зовут? Геннадий. А плечистые почем? По 500. По 500. Что-то дешево. А телефончик не оставить? Не хотите? Юр, есть там телефон в этом, в WhatsApp. Ну, это в WhatsApp, люди видео. Вот кто-то искал вот плечистых. Сейчас может, позвонит. Если хотите, на нет и сюда нет. 8-928-0-132-131. Все. Это тоже ваши, да? Да. Вот такие вот. Вот такие вот. Не знаю, как вы сделаете. Вот выходные, а я тупо, а так я в 6 часов. Что-то вон вообще вывезли по 200. Это правильная цена нарисована? Да, 200 рублей. А что вы так обиделись? А, хозяин, сам хозяин. Да? Мрамор. Мрамор, хороший мрамор. Ну, значит, не хочет. А чьи ваши это, да? А. Ну, это вот по предыдущему телефону звоните тогда, ребята. Геннадий. Так что, ну, может быть, и не нужны. Вроде здоровые голуби, все. Парочка белых. Так, здесь вот тоже армавиры. Армавиры шоколадные, белые. Всякие разные. Так. Беленький кто-то там пищит, бьют. Пищит. Такие. Так. А, это твои, сами? Черные, красные. Красный бакинец, что ли? Бакинец, да, два штучки чубаки. И что они такие? По 500. По 500 рублей. Так, пойдем дальше. Еще там есть рынок. Рынок есть. Здесь тоже. По азиатам. Черный носочубы. Такие. А черный что стоит такой? 500 рублей. Мазь хорошая, там уже не знаю. Юр, здорово. Привет. Цены разные. Кто-то за 500, кто-то за 5000 продает. Беленькие, шейка. В общем, разные. Вот по, видимо, по лысым. По лысым. Вот. Ну вот, брак. Брак тяжело добиться, чтобы обрезная башка была там. 8x8 крыло. Без перехвата, без ничего. Вот вам мазовские, правда, не знаю почем, но хотя вот такая, вот такие могут дать и чистых. Вот здесь, здесь пара белых сидит мазовских. Так, северокавказские. Такие, клетка маленькая для таких голубей. Блин, и лапа не помещается. Вот такие чубатые, ну, вторая светлые. Вторая улица слева. Так, и хозяев нету, не знаю почем. Здесь тоже сизые такие. Едешь до перекрестка, вот еще угловой увидим. Так. Мрамор. Мрамор. Почем мрамор? 500-300. 500-300. Разные. Так.
дальше. Дальше здесь всего понемножку. И шейки, и сизые, и лохматые. Так. Здесь у нас что? Здесь у нас вот такие чубаты. Это, видимо, с мадузбеков чубатые. Шейка по-моздоцки паруется. Красавчик. Красавчик. Черные. Черные тоже по армавирам. Здесь всего понемножку. Так. Агараны по армавиру. Мраморный. И что мраморный стоит такой? Приобрели сами. Ага, понятно. Так. Посмотрим здесь. Привет. Так. Да, видимо, по головатам, лучекатые, белые, все в сапожках сидят. И почем такие белые? Почем белые? По 100 рублей. Рубль голова. Просто в сетку так сидят. Значит, надо сетку побольше было брать. Они все такие. Они... По широкополосной? Да, да, да. Шкатые две пары, и остальные белые. Вот. Ну и что ты скажешь про них? Про них? Да. Насчет чего? Лёта боя? Да. Уже ничего. Это же не армавиры. Уже ничего. Уже ничего. Уже не гоняю. Почему? Рано. Завязал, это последние мои, Юра. Я больше не держу голову. Вот это все хочешь продать? Да. И все? И вот так вот там. Ну, телефон, скажи. Телефон 963-490. А, нет, подожди, это старый. 963-392-93-57. Хорошо. Ну, ты и гонял раньше? Да. Ну, тут одна голубка у меня осталась гонена. Вот, вот, красно-щекатая. Остальные все не гонят. Это молодежь. Они только в пару идут все. Да, здесь мрамор. А что на вам? Всякие разные. Так, здесь. Здесь тоже. Сибаяздур. Краснорябы. В общем, и мрамор здесь. Всякие разные. Так, здесь. Так вот. По узбекским. Беленькие бакинчики. Беленькие, черненькие. И почем такие? Такие по 300. 300 рублей. Честно, он вот да. А я вообще не понимаю. Вот такие. Я купил, голод оказался. Юра идет. По узбекским. Юра идет. Добро. Запросто? Да. Налоги платим, не платим? Платим, платим. Ну и все. Будь здоров. Спасибо. Так. Мраморные, мраморные, желтые. Здесь такие шоколадные, воробьиные. В общем, все понемножку. Вот павлин здесь вроде бы надо будет забрать. Вроде говорят, голубка желторябые. А павлин почем? Голубка? Оставь мне ее, я ее заберу. Я сейчас доснимаю, мне попросили, не мне. А желторябые почем? 300. 300. Все. Павлинку заберу сейчас. Доснимаю, заберу. Так, беленькие, беленькие, беленькие. Не знаю, где хозяин. Не знаю. Вот здесь всякие разные. Вот мрамор какой красивый, а? Расцветка очень даже. Много их в клетке забито. Много павлины. Павлины по 500 рублей все. Самые белые. Да. А те эти почем бакинцы? По 300. По 300 рублей.
Гонины нет? Опта. Гонины. Ну, продиктуй телефончик. 8-9-3-8-3-0-2-1-1-4. Хорошо. Так. Смотрим здесь так. Желтохвосты. Ну они по Тбилисским или нет? Нет. По Тбилисским вообще-то. Ну кому? Красный, кому и Краснодарский. Да, тут что-то вот. Тбилисские больше, вот они больше лобатые такие вот. У этих вот. И почем такие? По 500. Это да. По 500, желтохвосты. Все желтохвосты, да? Ну и краснохвосты его, да. Эти тоже по 500? Да. Только осень. Краснохвост. Но по-другому. Ну, понятно. А как узбеки? 2 рубля пара? Нет, пара 2 рубля, да. Хочу, если быстро. А телефончик не хотите оставить? Кто-то ищет хвостатых. Можно. А продиктуйте мне на видео. 961-500-1809. Сергей. Понятно. Все, спасибо. Так. А, вот здесь. А это тоже ваше, да? Вот здесь и чубатые есть. Понятно. Вот такие ребята. Ну, дай бог. Так. Такие. Так, здесь у нас широкохвост. Это какая часть? Это вторая. Да. Так. Такие беленькие. Беленькие. Почем ваши такие? Это 300 рублей. По 300 рублей. По широкохвосту. По 300? Ну, да, они как? Они. Ну, широкохвостые я вижу. Они есть, я не знаю. У них там и 14, 16, 17, 18. Понятно. Так. Такие вот пармавиры. Желтые всякие разные. Ваши? И почем такие ваши? От? От 5 до 10. От 5 до 10. Вот такие ребята. Посмотрим. О, дошли до конца рынка. Вот здесь. Беленькие, головастик, всего понемножку, по широкохвосту вот здесь тоже. Вот они большие, корпусные, здоровые. Так, ну и все, идемте в обратную сторону и будем заканчивать потихонечку. Посмотрим, что у нас здесь. Вот такие. Вот, Юра, мои красавцы. Вот. Самые симпатичные. Вот я и покажу. И почем такие? По 10. Вот такие. Черный. Черный 3. Вот такие, ребята. Так. Здесь. Опа. Краснорябы, хвостатый, чернохвостый. Так, что-то я не туда показываю. Так. Желтые, белые армавиры. В общем, такие. Так, лошата. Так, это Игоря. Машина, телефончик у меня есть. Вот кому надо вот. Такие тоже вот здесь желтохвостые. Ну, краснохвостые. Может быть раньше. Я вас наберу. Поэтому. Тебе лисы. Ну, этих лапка побольше, чем у тех, вот которые по 500 рублей. Попугайчики. Попугайчики. Так. Что, твои голуби? И почем? Это тысяч, ой, то есть это тысяча. Ага. Это 500. А вот это тоже 500. Понятно. Ты сам держишь или с кем? С папой. Молодец. Нравятся голуби?
Или телефон лучше играть? Понятно. Так. Павлички. Павлички покатые. Так. Куры. Куры. Бойцовые петухи. Так, здесь мрамор в сапожках, парочка чернохвостых. А чернохвостые почем такие? 800 рублей пара. А павлины? 500, 300, не знаю. 500, 300. Все узбеки, и двухчубы, и бакинцы сидят. Хозяин на них. Вот здесь то же самое. Красный двухчубы, мрамор двухчубы, чубатые. Вот ореховый сидит. Где хозяин ходит? И шли хвосты красные. Людей много, и люди где-то бегают. Вот залиненные, да я его все, вот это что, а витаминоз, я не знаю, в комментариях напишите, что-то совсем голова лысая, вот такие капканы. Так, два малыша снегиря сидит, так лошата. Это все маленькие. Четко показывают. Ну да. Вроде бы. Все, видать. А снегири почем такие ваши? Да я по 200 рублей. Молодые. Они что-то у вас совсем малыши, вон такла. Ну молодняк, ну, вытащил, нахуй не нужно. Куда их девать, блядь? Ну им еще бы недельку-две надо дома посидеть. Дать. Не, не материтесь. А эти почем такие? 2 рубля пара. Это уральский монах? Да, да. 2 рубля пара. Понятно. Так. Мрамор. Мрамор вот такой. Мрамор белый. Почем мрамор ваш такой? По 350. По 350 рублей. Так. Беленькие бакинцы, 3 штучки, 2 спортивных. Так, ну и наверное все. Угелы. Так, наверное все. Вот здесь еще одна клеточка, 2. Рынок хороший. Опять же говорю, следующий рынок. Следующее воскресенье будет город Пятигорск. Такой мрамор. Мрамор. Вот здесь уже по многоперым. И шейка вот сидит. И мрамор. И по широкохвостым. Ваши? Нет? Дагестан. Я понял. Широкохвостые. Хозяев нету. Юра, ты все эти вынес, да? Я вынес вот этих драконов, этих. Таклы нет? Не, таклу не брал. У меня таклы одни голуба остались. А, ну. Я знаю, что у тебя выгнаны. У меня выгнаны. Вот такие вот. Так, ну и все, ребята. Так, извиняюсь, вот. Еще одна клеточка. Такие таклошата. Такла, бакинцы. Бакинцы. И вот здесь еще мрамор. Почем такой мрамор? По 250. По 250 рублей. В общем, цены разные, ребята. В общем, все, что смог, постарался вам показать. Рынок. Могу сказать, неплохой. Погода нормальная. Туман, ну, я не скажу, что сыро. Этот, он белый стоит, играет. И вот он. И сейчас сядет на крышу. Вон он.
Может, у кого-то с клетки улетел. Может, как-то так. Так что все, ребята, на этом буду заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Оставляйте ваши комментарии, пожелания. Еще раз всем удачи, здоровья и всего хорошего.